Ленточное ограждение, вагончики и большие кучи песка. В районе МЖК теперь ночами горят прожекторы. Начались восстановительные работы недостроенных 9-этажек. Напомним, что решение о продолжении строительства этих домов принял во время первого приезда губернатор Колесов. И вот уже неделю строители трудятся на объектах. Сейчас все силы брошены на этот дом. Он превратится в 6-этажку. Для этого строители убирают лишние плиты. Впереди укрепление фундамента, который за долгие годы простоя промерз, и установление канализационных коммуникаций. Как говорят подрядчики из Амурстроя, горячая и холодная вода будет бежать по трубам из полипропилена, современного прочного материала. И хотя еще не прислан окончательный план проект, на первом этаже уже можно увидеть пластиковые окна. Ну, идет только разборка 7-го этажа. Сейчас подготавливают для усиления узлов по 3-му подъезду конструкции. И где-то через неделю проектировщики дадут первые рекомендации. Точно будем знать, какие работы. По словам Павла Березовского, в планах строительства сдача этого 6-этажного дома определена ближайшей зимой. А 9-этажку обещают сдать к июню 2008 года. Александр Заречный, Антон Сиротов. Специально для Шимановского телевидения.